Господин Те велел оставить меч здесь. Кто вы? Я сегодня ваша гостья. Я дочь господина Ю. Это кабинет господина Те. Что вы здесь делаете? Я просто искала тихий уголок. Я главный слуга господина Те. А это еще одна наша гостья. Он тяжелый для такого тонкого куска металла. Рукоятка тяжелая, а лезвие сделано не из обычного металла. Этот меч – самое легкое оружие. Ты просто не привык держать его. Но я много тренировалась. На Западе, когда я была ребенком, с нами жили воины. Они разрешали мне играть с их оружием. Какие красивые ножны. Меч красив, но опасен. Стоит увидеть, как он окрасится кровью, и его красотой сложно восхищаться. Ему 400 лет. Изысканно. Вы сказали, что он принадлежит моему другу Лиму Баю. Он подарил его господину Те. Лиму Бай. Неужели это тот знаменитый воин? Почему он подарил свой меч господину Те? Ты слишком молода, чтобы понять. Вы тоже владеете мечом? Да, но я предпочитаю мачете. Однако для определенных движений требуется меч. Правда? Наверное, интересно быть воином, быть абсолютно свободным. У воинов тоже есть правила. Дружба, доверие, честность. Без правил мы долго бы не выжили. Я читала о таких людях, как вы. Они странствуют по миру и побеждают всех, кто встает у них на пути. Писатели не продали бы столько книг, если бы написали все, как было. Но вы такая же, как герой этих книг. Конечно, мы не моемся по много дней, спим на соломе с блохами. Об этом написано в твоих книгах. Вы знаете, что я имею в виду. Скоро я выхожу замуж, но я не жила так, как я хочу. Я слышала. Поздравляю. Это самый важный шаг в жизни женщины. Вы ведь не замужем. А ты как думаешь? Нет. Иначе вы не могли бы так свободно разъезжать. Возможно, ты права.